Доброе утро! Сегодня на завтрак предлагаю приготовить очень вкусное и аппетитное блюдо. Вполне диетические маффины с куриным филе на кефирном тесте. Для приготовления нам понадобится куриное филе, мука, твердый сыр, кефир, яйца, лук, сода, прованские травы и соль. Куриное филе измельчаем ножом на мелкие кубики. Луковицу очищаем и мелко нарезаем. Сыр натираем на крупной терке. Берем миску для теста. Вливаем в нее стакан кефира и вбиваем 2 яйца. Всыпаем соль, прованские травы и 1/4 чайной ложки соды. Венчиком перемешиваем продукты до однородности. Добавляем в тесто нарезанное куриное филе, лук, сыр и снова хорошо перемешиваем. Просеиваем муку. Хорошенько перемешиваем тесто до однородности. Берем подходящие формочки для выпечки маффинов. Смазываем формы небольшим количеством растительного масла. Раскладываем тесто по формочкам, заполняя их почти на всю высоту. Маффины поднимутся при выпечке, но не сильно. Выпекаем в духовке, заранее разогретой до 180 градусов, от 30 до 45 минут, до золотистой корочки. Готовые маффины вкусные как в теплом, так и в холодном виде. Эти мини-пирожные порадуют вас необычным пикантным вкусом. Начинки много, и она обильно распределена по тесту. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита!